Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя-легенды, и у нас закончился турнир. Но сегодня у нас не понедельник, а вторник, да. Не успел, друзья мои, я поиграть в понедельничек по своим делам, так сказать. Ну да ничего страшного, во вторник тоже можно играть и можно бустить, но не так эффективно, как в понедельник, но тем не менее. Ладно, давай смотреть. Мы с тобой, как говорится, в Лиге Мастеров 3 звезды сохранились. И открываем наш пак. Так, 9660 сюриков, Леонардо Финн 50 ДНК, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Дальше здесь у нас ежедневные награды. Это мы тоже забираем с тобой. И переходим сразу же к выполнению заданий. Не, давай вначале посмотрим, что у нас будет на этой неделе разыгрываться. Стоп. Турнирная арена скоро? Это глюк, баг или что это такое? Я не понял. А во что мы сегодня будем играть? Как я буду бустить? Эй! Здоровски просто. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, это только у меня такое или это у всех? Что за подстава? Так, ладно, давай с тобой пока здесь откроем пак. Че, они еще не придумали, кто будет на этой неделе разыгрываться, что ли? В чем проблема-то? Да, давненько такого фокуса не было. И давай-ка мы начнем, наверное, пройдем серию испытаний. Ты не забывай, что мы с тобой прокачиваем сплинтера. Это, как сказать, нужный нам крыс, который будет нам очень хорошо помогать проходить именно испытания некоторые. Да, там есть сплинтер, друзья. Ну что, здесь, я думаю, без проблем мы с тобой наковыряем этим кланфутовцам, этим мелким маузером, ну и, естественно, самому бибопчику тоже, да? На-ка. Ты дич. Давай этого хламона. Воу-воу-воу. Армагош, ты что, не мог его добить, этого сопливчика? Странно. Ну что, бибоп и Рокстеди тут стоят, ждут, не знаю чего, у моря погода, наверное. Или ждут, пока я их разберу тут. Я, в принципе, долго себя заставлять ждать не буду. Сам понимаешь, да? У меня разговор короткий. Пару раз с вертушки. А Рафаэля никто не хочет тронуть? Вот, зря ты это сделал, парень. А ты? Тоже зря. Тоже зря ты это делаешь. Вообще вырубили его. Ну что, тройной укусик, я думаю, для Рокстеди будет самым, что ни на есть, лучшим уроком. Отлично. Добиваем маузера. Ну и клан футовец, правда, Майки вряд ли его забомбит. Хотя двойной удар, да, сделал. Ну что же, мы с тобой прошли серию испытаний, получаем награду. И сейчас пойдем искать нужные элементы для прокачки скиллов на сплинтера. Так-то мы с тобой пропускаем, это нам не нужно. Всю эту болтовню мы уже давным-давно видели, читали. Ничего новенького нам здесь не расскажут. Ну что, задание выполнил. Забираем здесь награду. И вот у нас тут сразиться в боях. И также нам нужно будет поднять уровень персонажа. А сколько у нас, кстати, мутагена с тобой? У-у-у. Опа, опа, пулечки, друзья мои. Да у нас еще и бибоп-кролик готов перейти в золотой ранг. Да неужели? Вот это я понял. Вот это вот хорошие новости, ребят. Ну что, ГЦ, парень, ГЦ. Нового у тебя ничего не появилось, да? По-моему, это уже было у него. Ладно, покачаем ему один разочек уровень. Хотя я, наверное, зря это делаю. Я хотел же нашего Шреддера. Да-да-да. Вот так-то. Два уровня, и он будет 90-м. Так, что я дальше-то хотел сделать? А, ну, конечно же, сплинтер. Значит так. Нужно нам с тобой найти, ну, для начала два комикса. Я надеюсь, с ними проблем не будут. Так, один комикс есть, варвар называется. И палочки для еды. Да чтоб тебе, что ты со своими палочками-то прикопался ко мне, а? Да вы серьезно? Вот, выпал все-таки. И нужно нам с тобой еще что? 8 пультов. В принципе, с пультами не должно быть никаких проблем. Они должны выпадать довольно хорошо. Так, один пульт у нас есть, а нужно 8. 2. 3. 4.
5. Так, 5 пунктов, да? Да елки-то палки. Да что ты? Эй-эй-эй-эй, что-то сломалось, по-моему. 6. Ой, не то нажал. 6. Блин, комикс дьявольские мертвецы. 7 и последний пункт. Вот он. Отлично, друзья мои, прокачиваем до 4 ступени мы нашу способность вознесения. А тут, в принципе, что, 10 инструментов найти, да? Вот наушники будет проблематично искать. И 4 геймпада. Это уже у нас для следующей серии будет подписано. И забираем с тобой все наградушки, которые только есть. Шикарно. Блин, у меня, конечно, вот это расстраивает. А как я сегодня буду бустовать-то? А испытания работают? Ну, давай тогда испытания проходить. Раз уж закрыта у нас турнирная арена. Что-то вообще не то, ребят, творится. Единственное, что... Ага, вот это нужен, это нужен. И вот этот. Попробуем. Надо посмотреть вначале, кого нам тут дадут с тобой. Погоди, не то. Ай-яй-яй. Командочка-то, как всегда, видишь, хлипенькая, понимаешь? Хлипенькая. То есть далеко мы с тобой не уйдем. Но надеюсь, что мы все-таки урвем с тобой сладкий кусочек пиццы здесь. Ну, пиццу я называю, ребят, награду. Нам нужно с тобой Леонардо Ролевого. Подожди, Леонардо Видение нам нужен, да? И какой же там еще-то Леонардо нам нужен? Совсем из головы вылетело, а? Что-то я все об этой арене думаю, как так, чтобы... Я понимаю, в понедельник еще не работает, но во вторник... Может быть, надо было обновить игру? Я, кстати, не смотрел. Не знаю, ребят. Короче, нам нужен Леонардо Видение. Слушай, а ролевой-то у меня, по-моему, прокачан по фолке, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Потому что тут столько персонажей, за каждым проследи, просмотри... Сейчас глянем. А нет, друзья мои, ролевой-то нам как раз тоже нужен. Ага. Слушай, что у нас по осколкам? Давай-ка зайдем с тобой в магазин. Так, тут ничего не могу. Ага, здесь. А здесь, как всегда, где у нас Алапекс? Вот она. Тратим. Кстати, у нас с тобой даже на следующую серию... Мы еще с тобой приобретем 3 ДНК, и будет уже 92 штуки. А там, глядишь, и сама Алапекс подойдет. И всего лишь 40 жетонов. Всего лишь. Нам не хватает 5 ДНК. Блин. Ладно. Потерпим, подождем. Здесь мы с тобой все сделали. Ну что, поехали дальше проходить испытания. Тут, в принципе, можно не самому играть, ребят. Я ставлю на автобой, и мои ребятушки справляются с ними на изи. И быстро довольно-таки. Да, что-то ареночка, конечно, подвела меня. Только вы действительно, ребята, не забудьте написать в комментах. Вдруг это... Ну, если у всех, то это ладно, бог с ним. А если это только у меня, то это уже будет проблема. Так, ладушки, давай-ка тут наяривать. Тут 25 уровень, ну ты сам понимаешь, все довольно легко и просто. Ну, то, что Бибоп кролик у меня прокачался, это, конечно, меня радует. Мы его, наконец-то, перевели в золотой ранг. Это у нас как раз этот пасхальный, получается, да? Пасхальный Бибопчик был. Именно к тому празднику его, в принципе, и ввели в игру. Так, ну вот как раз тот самый Лео Видение, который мне нужен. И ролевой тоже. А вот до космического Леонардо, к сожалению, ребят, я не смогу дойти... В связи с тем, что у меня, ну ты сам видишь, 50-е уровни. А одной карайкой и шредером идти, ну это смерти подобно. Лучше даже не сваться туда. Лучше просто пройти на изи девичью силу. В девичьей силе, не забывай, мы с тобой получаем ДНК на карайку, ДНК на Алапекс и ДНК на шинигами. Ой, шинигами. На кунаичи, да. Так что грех, как говорится, это испытание пропустить. Ну-ка, все отлично, ребята. Тем более здесь мы с тобой потратим не так много сыра, так как не полностью мы будем это испытание с тобой проходить. Ну что, давай, что так долго идет загрузка, а? Так, Леонардо Видение, это классно. И вот у нас ролевой. В
принципе, дальше я не вижу смысла вообще идти. Вот после этих вот... Ну, после вот Леонардо ролевого нет смысла даже идти продолжать туда. Во-первых, тех черепашек, которых я могу ДНК набить, у меня уже не все есть. Тем более, не все прокачанные на золото. То есть, остается только их перевести в платиновый ранг. Вот. А до космического Лео я не доберусь. Просто никак. Не хватит мощей. То есть... Это мне дают такой тонкий намек, да, парень? А не пора ли тебе начать качать Ваньку-стиранка и Крысиного короля вместе с Кирби? И я скажу тебе следующее. Вот кого-кого, а Кирби я буду качать в последнюю очередь. Вот, хочешь верь, хочешь не верь, но это в последнюю очередь. Потому что мне кажется, вкладываться в него, ну, нет вообще никакого смысла. Как боец, он из себя вообще ничего не представляет, блядь, как боец. Как хиллер, да, но как... Я даже саппортом не могу его назвать. Чисто хил. Хоть у него есть массовая атака, это ультразвук. Все равно. Не, мне он не нравится. По мне так лучше Пита даже прокачать. Или Крипа. Ну, Крип хотя не массовый киллер. Он все-таки больше как таунт идет. Но все равно. Не нравится мне Кирби. А Кирби, если кто не знает, это мутированный отец Эйприл. Да. Чтоб вы знали. Так, ну что, Леонардо ролевой у нас с тобой выпадает. Ну, в принципе, и все. Ну, ребят, ну нет смысла, ты посмотри сам. 55 уровень это уже. Потом будет 65 и там 75. Нас разберут. Лучше б... Ох, блин, я обрадовался, елки-палки. Я совсем забыл, что у меня супер шреддер уже в платиновом ранге. Обрадовался, ну это по привычке, ребята. А вот вам желаю, конечно же, пофармить супер шреддер. Вы прекрасно видели, что он делает. Я вам его показывал, его способности, что у него есть постепенный отхил, у него есть массовая имбовая атака, то есть как бы, и так как он очень тяжело находится, на него ДНК, вот эти, как говорится, испытания для вас это самое то, топчик, так скажем. Ладно, а мы с тобой идем на девичью силу, и тут у нас должна быть супер-пупер наша команда, вот она. Которая будет рвать и метать всех на своем пути. То есть я обычно это испытание прохожу полностью на автобое. Но здесь нет смысла, ребят, какую-то тактику делать. Просто так сложилось, что вся имбовая команда присутствует именно на этом испытании. И это круто. Поэтому мы сейчас с тобой пройдем его на изи. Поднимем наши... нужные нам ДНК. Я еще раз повторяю, это Шинигами, это Алапекс и это Кунаичи. Да, вот три самых главных и нужных для меня ДНК. По-моему, я ничего не пропустил, да? Я, конечно, могу сейчас глянуть, чтобы удостовериться. Но вроде бы все как есть, так и я тебе и сказал. Так, давай мы здесь с тобой заберем. Посмотрим. Алапекс, Шинигами и Кунаичи, да? Да, да, друзья мои. И причем здесь всего лишь сколько? 6 эпизодов? А, 7. 7 эпизодов. Которые проходятся, ну, просто на изи, ребят. Мы уже с вами чего только не делали с этим испытанием. И проходили одними девчонками, которые там даются у нас в начале игры. И смотрели, какие у них там суперудары и какие возможности нам дальше с тобой там в будущем ожидать от этих персонажей. И так проходили, и сяк. В общем, мы это испытание крутили как хотели. Это так мягко говоря. Поэтому, ребят, грубо говоря, это отдушина, когда я могу запустить автобой и просто поговорить с вами, пока мои бойцы, например, здесь наводят порядки. Так, ну что, если кто не знал, то на втором канале я закончил. Буквально позавчера вышла, но последняя серия у меня по... Жизнь после по игре на плойку. Думаю, через денек-другой мы с вами допройдем Призрака Цусимы. Ну, а потом у нас с тобой, сам знаешь, да, Warstone ТДшка, которую мы будем проходить. Дальше мы беремся за дальнейшее прохождение Castle Storm 2, потому что она не закончена у нас. Скорее всего, Wargroove будет дальше возобновлена на канале. И Call of Duty, да, последнее будем с тобой проходить. Руки у меня, как говорится, теперь освободились, поэтому мы можем взяться за ее прохождение.
Так, ну что, здесь все у нас с тобой отлично. Двигаемся с тобой далее. Двигаемся с тобой далее и смотрим. Сейчас, по-моему, как раз пойдут те персонажи, которые мне нужны. По-моему, после Змеи Карай, да, начинается? А, нет. Нет, после Морозильной Кошки. Окей, после Морозильной Кошки, так после Морозильной. Даже вот я тебе что хотел сказать. Вот если выбор идет между Кирби и другим каким-то хилом, я лучше Морозильную Кошку пробафаю, прокачаю. Потому что у нее полезный баф на ускорение, это раз. Ну, Морозный Снежок, да, она может застанить там, например, врага. Плюс у нее самой по себе атака довольно некислая. Я видел, что она делает на топе. То есть при топовой прокачке. Так что ты уж извини меня, Морозильная Кошка. А что Кирби? Только хиляет, одиночная атака, полет вот этот никчемный, пикирующий. И все. Мне бы, конечно, хотелось бы еще получить доктора Роквелла. Мне вот почему-то он нравится. Он очень хороший баффер, именно в плане того, что он делает вот эти вот защиты. И тоже у него есть массовая атака. Тоже очень хороший персонаж. И Слэша, друзья мои. Слэша тоже, я считаю, надо прокачивать. Он довольно достойный персонаж. Но в приоритете у меня, конечно же, стоит сейчас Крэнк. Как только я его докачаю до платинового ранга, я буду уже брать другую цель. И мне кажется, это будет Голупит, либо Кожеголовый, либо Слэш. Там уже определимся. Так, ну что, вот и пошли мои дорогие, как говорится, персонажики, которых я хочу прокачать. Хотя я тебе честно скажу, что от Алапекс я не очень сильно в восторге. Тем более, как мы знаем, да, это сестра Шархана, Тигриного Когтя. И как мне писал один из подписчиков, она отрубила ему руку, своему брату. Я, конечно, не все сезоны смотрел мультсериала. Ну, я считаю, что это как-то не по-братски, не по-сестреновски, да, взять и отрубить брату руку. Странно. Вот, но тем не менее. Хотя и Шинигами я тоже не скажу, ребята, что она вот прям... Вот если у Алапекс есть хотя бы одна массовая атака, да, то у Шинигами ее вообще нету, ты понимаешь? У нее есть последний удар, это выпустить летучих мышей. Урон она наносит, конечно, нехило, но она одиночная, понимаешь? Она бьет только по одному противнику. Как бы, если выбирать между Шинигами и Алапекс, конечно, я предпочел бы, наверное, все-таки Алапекс. Только лишь потому, что у нее есть последний массовый удар. А ты знаешь, что я всегда ценю персонажей, у которых есть массовые атаки. Или хотя бы, вот, например, у Рафаэля нету массовой атаки, да? Но он имеет способность контратаковать. То есть он, мало того, что он таунт, встает в защиту, да, защищая всю команду, так он еще и дает ответный удар в тот момент, когда его бьют. Это вообще считается имба. Я сколько вот помню, вот сколько я играл, да, практически все вот эти вот испытания, когда сюжетную линию основную проходил, именно при помощи Рафаэля. Да. Это уже потом у меня появился Усаги, там, Армагон. А начало ты вспомни. У меня был Рафаэль. У меня был... Там кто? Я уже не помню, если честно, кто у меня там присутствовал-то больше всего. Рафаэль, Ванька Стиранко у меня был. Крис Брэдфорд у меня был в основном составе. Зэк. Без него же я никуда не бегал, да, потому что я всегда замедлял противников. Но... Зэк уже отошел, Ванька Стиранко там где-то пропал в толпе, а Рафаэль как был в топе, так и есть. То есть он наравне с Усаги и с Леонардо всегда на первых планах. Я не могу его куда-то там, от него, как говорится, уйти или игнорировать. Нет, ребята, не получается. Потому что он действительно топовый персонаж, именно провокатор. Вот стопроцентное слово провокатор, это относится именно к Рафаэлю, вот к этому. Тут не взять, не отдать. Потому что он еще, когда берет провокацию, он себе еще делает дополнительную защиту. Ты понимаешь? Дополнительную защиту. Это не каждый таунт делает. Так, ну что, мы с тобой получили Шинигами. И у нас последний бой с тобой. Это с Кунаичи. С Эйприл, которая познала духовную силу внутреннего мира. Это когда ее Сплинтер, так сказать, просвещал. И вот она стала... Из обычной студентки, да, Эйприл,
таким вот бойцом невидимого фронта Кунаичи. Излюбленное ее оружие — это был веер. Да. Так что вот так, ребята. Ну, а вам рекомендую, если кто не знает и не знаком с вселенной вот этой черепашек-ниндзя, посмотреть мультик, который, по-моему, состоит из 5 сезонов, а в каждом сезоне, по-моему, по 20 с лишним серий. Да, мультик довольно прикольный, интересный, так что рекомендую вам посмотреть. Кто особенно знакомится вот с... не то, что там старые мультики еще смотрел, а вот именно по этой игре, чтобы знать, откуда какие персонажи здесь. Так, ну что, у нас с тобой последние волны. В конце ты не забывай, что у нас будет поджидать босс. И, скорее всего, с тем боссом мне придется драться в рукопашку. Потому что, ну, он может нас взгреть, если честно. Даже, наверное, вот тут вот надо, ребят, притормозить коней и начать уже разбираться с ними самому. Поехали. Так, у тебя двойная атака? Нет, не двойная атака, это плохо. Здесь можно, в принципе, вызвать маузеров. Ага. Так, рубим с тобой Эйприл. Так, дальше Карайку. Ну и в конце уже Шинигами. Все. И смеленько идем с тобой на босса. Кто не знает, это Ирма. Это босс в Безумных Мутантах, в котором мы тоже играем с тобой, да? Там Ирма, ну, не робот. Там она в человеческом облике. То есть она еще помогает нашим черепашкам. А здесь, как бы, видишь, кренги скопировали ее, сделали типа дрона какого-то, робота, и внедрялись в доверие к нам, да? Ну что, мы с тобой победили. Мы с тобой получили последнее ДНК на Кунаичи. Кстати, надо бы посмотреть, сколько вообще еще у меня вот Кунаичи, по-моему, дольше всего качать, если брать из Шинигами и Алапекс. Блин. Кстати, подожди, у нас с тобой немножко есть сыра. Может быть, рискнем крутануть, а? 40 жетонов, ё-моё. Еще попытка есть одна. Ну вот, вот, видишь, Шинигами, ребята, мы же получили 2 ДНК. Я считаю, не зря, не зря. Все отлично, превосходно, классно. Лучше, может, даже и не быть. Так, что у нас тут? Энергия, баксы, это не то. Это не то, я хотел посмотреть по поводу Шинигами. Точнее, не Шинигами, а Кунаичи. Так, тут, кстати, у нас очень много чего надо разобрать. Посмотри, сколько накопилось, а? Просто полюбуйся. По 15, по 20, где-то даже по 50 ДНК в излишке. Вот здесь вот надо тоже менять. Так, я что-то не вижу, ребята. Вот вижу Эйприл. Ага, вот она, Эйприл Кунаичи, ребята. Вот она. У нее 30 ДНК, то есть 70 ДНК еще нужно. Подожди-ка, а если мы возьмем... О, нет, ребята, Эйприл Кунаичи у меня не на самом последнем месте. Она, по-моему, на самом первом месте. Отстающее звено у нас с тобой Шинигами. Шинигами. А где же у нас с тобой... Алапекс тогда находится. На каком там ранге? Слэша, кожеголового, всех. Вот кожеголовый тоже, ребята, очень сильно отстает. И Шреддер классический, блин, отступает. Так, где же Алапекс? Вот она. О, друзья мои, ну Алапекс-то понятно, мы же ее прокачиваем. Она вот-вот уже будет топчиком. Так, мне нужно еще за осколки за эти подраться. Блин, ну самое обидное, что больше мне и делать-то нечего здесь, друзья мои. Понимаешь? То есть я как бы прошел испытание. Я не знаю, следующую серию, если они сейчас забракуют нам арену, то что нам с тобой остается делать? Я не знаю. Испытание только лишь проходить. Ну это же бред. А как же мы будем платиновые осколки получать тогда? Да. Я чувствую, что, наверное, скоро все-таки что-то плохое произойдет с игрой. Либо ее закроют, как вот, знаешь, с чем ситуация схожа. С Angry Birds Epic. На нее уже давным-давно положили, как говорится. И сейчас и арена закрыта там. Хотя написано, она на доработке. На самом деле, никакой доработки нету там, друзья. Она, мне кажется, скоро закроется. И причем я не понимаю, в чем дело.
Игра-то классная на самом деле. Я понимаю, там какой-нибудь фуфло бы, да? Там игра, у которой маленький рейтинг, в которую никто не играет, закрывать есть смысл. Но игра, у которой офигенный потенциал, у которой офигенная рисовка, офигенный, как говорится, юмор, блин, да? Закрывать игру такую. Я не понимаю, как вот от чего отталкиваются разработчики вот таких игр. Чем она там? Убытки им какие-то несет или что? Не знаю, ребят. В общем, не знаю. Это все на их совести. Я считаю, что игра классная и закрывать ее не стоит. Наоборот, туда можно было привнести какие-нибудь новые режимы, какие-то новые уровни. Даже можно было расширить карту. И поверь мне, она засверкала бы новыми красками. Так же, как и вот эта игра. Так же, как и Черепашки-ниндзя. Добавьте сюда новых персонажей, добавьте продолжение основной сюжетной линии, и цены бы ей не было, понимаешь? Кто-то из подписчиков писал, они закрыли, потому что, типа, ее, как сказать, взломали там и, типа, ну, не донатят, короче, в нее. Но вы сделаете, ребята, продолжение, как бы сказать, там, поставьте какую-то определенную защиту от взлома и все. Хотя, мне кажется, сейчас защиту от взлома на игрушках от Android ставить бесполезно, потому что столько много программ идет, вот этих вот, которые взламывают, восполняют там ресурсы, делают бессмертие и так далее и тому подобное, что не знаю, ребят. Если компьютерные игры, извини меня, взламывают, да, и тому подобное, то уж про Android и, как говорится, говорить нечего. Но те люди, которые действительно играют и им нравится эта игра, мне кажется, они бы как бы хотя бы в знак благодарности бы донатили бы. Ну, донатили, я имею в виду, там, что-то купили бы там, да, там, какой-нибудь ресурсик. Пускай он недорого стоит, но, тем не менее, это какая-то копейка. Вот я, например, когда играли мы в игру «Вперед на зомби-войну», вы все вот просите, чтобы я в нее вернулся. Ребят, я бы с удовольствием бы в нее вернулся, если бы там было бы что делать. Все сюжетки у нас пройдены, да? Арену мы прошли с тобой вдоль и поперек, в кость и в кривь. То есть там уже, ну, просто делать нечего. Я уже, когда еще, наверное, года два назад читал, что они собирались открыть 9-й эпизод. Но потом пришла новость, что главный разработчик этой игры уволился из компании. И вот я сижу и думаю, и что, из-за этого все? Трындец, можно закрывать игру? Вы не можете без него придумать какое-то продолжение игры? Ну, это бред собачий, ребят. Это бред. Все вы можете, просто не хотите, наверное. А игруха на самом деле прикольная. Я с ней чисто случайно познакомился, и она мне так зашла, ребят. Ну, вы сами видели на канале, сколько там серий по ней. Тоже был нубасом полнейшим. Профанился, сварщика назвал девчонкой в свое время. Потом понял, что это пацаны, то благодаря тому, что вы мне в комментариях написали. Вот, и потом пошло делать. Ты видел, как там прикольно, какая там веселуха была, какой там был ажиотаж. Я не знаю, вот хорошие игры и вот так вот скатываются. А какой-то, извини меня, Г процветает и живет, и в которой куча реклам, невозможно играть через каждый уровень, реклама это всплывает. В общем, ребята, разговорился я что-то, да? Отвел душу сегодня по полной программе. Так, ну что, я думаю, можно закругляться, наверное, на этом. Видишь, я думал, что мы сегодня бустанем, а не получилось бустануть, к сожалению. Жаль, конечно, жаль, что не получилось. Ну да ладно, будем надеяться на лучшее. Надеюсь, завтра, сегодня, может быть, починят. Если что, ребят, пишите мне сразу в комментариях, чтобы я бегом бежал на турнирку и отрывался по полной программе. Ну а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.